Вот здесь вот у нас вечный потоп. То есть вот я уже весной здесь показывал вам, что у нас то есть все по стенам бежит. Вот эта стена вся мокрая, прямо вот так с нее. Все бежит вдоль колонны, вот здесь вот. Все вот сюда забегает. Вот здесь вот лужа стоит. Вот, все вот здесь тоже все по стенам бежит. Это все потому, что вот эта ливневка, она вообще не выходит, то есть она там вообще забетонирована. Просто забетонирована в землю. И опалубку, когда отмостку, когда заливали, ее просто облили также вокруг. И никого не заботит, почему она уходит под землю. Сейчас я вам покажу это. Сейчас я вам продемонстрирую, как у нас ливневки от специалистов УК организованы. Я уже молчу про двери наши мусорные комнаты обрезанные. Минус 30, у нас по половине дверей нету, это вообще какой-то кошмар какой-то просто вообще. Свои два дома они бы оставили с такими дверями в Сибири. Вот смотрите, вот это то, что топит. Нормально? Вот такая реализация. И вот она бежит. Просто, то есть, ну, обычно по закону физики вот эта труба должна налазить вот на эту, чтобы не бежала. Это как вообще такое возможно? Скажите мне, пожалуйста. И вот так. Вот так. И вот так. Ну, теперь видно стало, что выход есть. Опять туда. Зачем тогда отмостка? Под отмостку завели ливневку. Это ж просто, это уровень бог, просто уровень бог. Вот такие исполнения. Тут, кстати, у нас, смотрите, с вами сирени есть, и белая сирень, и это только что-то они завявшие какие-то, а? Или, а, это семена, слушайте, может, посадить можно.